всех на своем канале. Готовим просто, вкусно, быстро. Сегодня я хочу вашему вниманию предложить вот такой вот овощной суп. Готовится он очень просто, но получается довольно-таки интересно. Данный суп очень актуален в летний сезон. Его можно есть как холодным, так и горячим. Как его приготовить, смотрите дальше. Для приготовления такого овощного супа нам потребуется один небольшой кабачок, капуста, одна небольшая картофелинка. И для поджарки мы возьмем один помидор, одну небольшую луковицу и морковку. Морковка у меня уже натертая, свежемороженная. Можете тоже воспользоваться этим рецептом. Я делаю так, закупаю морковь, шинкую на электрошинковке, закладываю в пакеты для замораживания и отправляю в морозилку. Очень удобно, не надо потом чистить, шинковать эту морковку. Достала она уже готовая, нашинкованная. Положила ее в поджарку, в соус, куда угодно. Нашинкуем капусту мелкой соломкой. Количество овощей смотрите сами, кому что нравится. Можно взять капусты побольше, можно поменьше. А побольше взять кабачка или наоборот. Нашинкованную капусту отправляем в бульон. Я буду готовить на бульоне, на курином бульоне, который у меня остался после того, как я готовила салат и отварила там куриную грудку. Ссылку на этот салат я оставлю под видео. Вы можете отварить мясо, а можно просто приготовить на овощном бульоне. Выкладываю капусту в кастрюлю. Беру немного соли, подсаливаю. Накрываю крышкой и оставляю вариться. Выставляю время 20 минут. За это время у нас успеет приготовиться весь суп полностью. Мы будем постепенно добавлять к нему остальные продукты. Нарезаем картофель небольшими кубиками. Отправляем его в кастрюльку. Вы можете картофель взять больше, кто как любит. Кабачок мы будем резать в самую последнюю очередь. Сейчас мы нашинкуем лук. Лук шинкуем мелкой соломкой или как вы любите. Убираем лук к морковке. Нарезаем помидор мелким кубиком. Пока варится капуста, мы сделаем поджарку. Наливаем немного подсолнечного масла, можно больше, кто сколько любит. Я выкладываю все сразу и лук, и морковку. Потому что морковка мелкая, нашинкованная, она может быстро пожариться. Обжариваем всех с классическим цветом. Не надо, чтобы она сгорела, нагрев я уменьшаем. Накрываю крышкой. Берем кабачок, прежде чем его нарезать, я его очищу от кожуры. Очищенный кабачок нарезаем мелким кубиком. Кабачок мы обжарим вместе с овощами. Кидаем нагрев, чтобы они уже у нас не тушились, а жарились. Мы не будем сильно обжаривать кабачок, немножечко, слегка, чуть-чуть прям обжарим. Овощи поджарились, отправляем их в кастрюльку. Накрываем крышкой и варим их в готовности. Суп практически готов, добавляем его зелень. Я добавляю укроп, вы можете добавить любую зелень, какую любите. Даем ему закипеть и отключаем. Суп готов, можно его отключать и подавать на стол. Вот такой овощной суп мы с вами приготовили. Если вам понравилось, то не забудьте поделиться им со своими друзьями в соцсетях. Поставить палец вверх или вниз, написать свой комментарий. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.